Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Roman Assessment. Сегодняшний уже 42-й выпуск. А я посвящаю обзору распаковки тех трех конвертов, которые мне вручили сегодня в почтовом отделении. Два из них российские, из Омской области и из города Орел. И одно отправление с холмистого берега Роны, из французского Вьена. Начнем с Орла. Вот это вот отправление с Орла. Ничего особо примечательного. Вот. Я их распаковал заранее, чтобы не устраивать тут трэш с разрыванием бумаги. Что у нас тут? Значит, а тут у нас две гренландские марки. На поле есть номер, как раз мне в мою гренландскую коллекцию. Вот это 2012 год. Металлография королева Маргарета II. Так, это было наше первое отправление. Дальше вот этот конверт. Тоже довольно невзрачный, пластиковый, обычный, стандартный наш конверт. Это у нас из маслодельного городка Тюкалинск, Омской области. Тут нам пришла монета. Монета прекрасного такого сохрана. Смотрите. Прекрасный сохран для медной монеты. Вот. Это 2 копейки. 1813 год. Екатеринбургский монетный двор. Вот здесь вот буковки ЕМ. Это значит Екатеринбургский монетный двор. Что еще можно быстренько рассказать о ней? Эпоха императора Александра I. А под гербом, вот видите, под лапками орла, вот здесь две буквы НМ. Это инициалы Минцмейстера, мастера над монетой. НМ — это, соответственно, Николай Мунт. Такие монеты чеканились на четырех монетных дворах в России. Монета медная, как я уже сказал. У нее нормативный диаметр 29 миллиметров, и поэтому я подготовил для нее вот такую вот квадрокапсулу на 29 миллиметров. Для этих монет я использую вот такие квадрокапсулы. Не буду говорить, какой фирмы, чтобы это не выглядело рекламой. Что удобно, вот здесь вот, видите, нам она подходит. Почему? Потому что нормативный диаметр, видите, вот Б, тут есть 29 миллиметров. Смело берем и вставляем сюда нашу монету. Сейчас покажу, как это получится. Мановение волшебной палочки. Вот монета в квадрокапсуле. Вроде бы пластик особой прочности. Вот. Видите, доступно все. Единственное, что в этих квадрокапсулах, что очень естественно, конечно, не видно гурт монеты. Ну, гурт здесь гладкий, смотреть особо не на что. Вот. Ну, монета остается в сохранности. Вот мы ее тоже сейчас убираем.
Вот. Для того, чтобы перейти к отправлению из французского в Йена. Такой вот конверт с такими вот красочными марками. Вот, на штемпеле написано «Вьен». Вот. И здесь внутри у нас марки. Так. Сейчас я вам их продемонстрирую. Это французские острова Сен-Пьер и Микелон. Они принадлежат Франции, хотя находятся в Северной Атлантике в 20 километрах от Канады, от побережья Канады. Холодное ветреное место, где очень много рыбы. И, конечно же, французское присутствие в Северной Атлантике. Я думаю, это для них важнее, чем рыба. Острова принадлежат Франции давно. Вот видите, какие красивые тут суда. Это все корабли. Еще корабль. И еще корабль. Вот корабль ледового класса. Очень красивые марки. Я не буду про них рассказывать подробно. Просто я рад, что я их получил. А подробно мы их будем описывать, когда будем делать тематический обзор по данным территориям. Ну, думаю, когда-нибудь руки дойдут и до этих островов. Вот. Такие вот сегодня были марки и монета. Надеюсь, что вам, как и мне, все это понравилось. Кому понравилось, конечно же, ставьте лайк, не скупитесь на ваши эмоции. А я пока с вами прощаюсь. До новых встреч!